В ближайший вторник, 19 января, православные жители Верхневолжья отметят один из главных своих праздников – Крещение Господне. Непременным атрибутом торжества считается омовение в прорубях и орданях. Важнейшим аспектом здесь является обеспечение безопасности. Этому вопросу посвящен целый ряд совещаний, которые проходят как на региональном, так и на муниципальном уровнях. В совещании, которое провел губернатор, приняли участие члены регионального правительства, руководители силовых структур, представители духовенства. Глава региона подчеркнул, ключевая задача при проведении купаний – обеспечение безопасности граждан. По словам Игоря Рудени, в этом году необходимо учесть специфику нынешней ситуации. У нас с вами сохраняются ограничения, которые были введены Роспотребнадзором, и мы должны понимать, что даже при самой лучшей организации наших мероприятий мы должны обеспечить социальную дистанцию и все меры профилактики, которые были предписаны. На сегодня в 23 муниципалитетах Тверской области готовятся к проведению крещенских купаний. Всего подготовлено 40 точек. В Твери будет оборудована одна купель на левом берегу Волги у пирса речного вокзала на набережной Афанасия Никитина. При ее обустройстве сотрудники МЧС учли все меры безопасности. Произведено обследование толщины ледового покрытия в месте, где будет установлена купель. Толщина льда составляет 15 сантиметров. Купель будет устроена так, что деревянный настил будет лежать на льду и опираться на опоры, которые будут непосредственно устанавливаться на дно водоема. То есть выход людей на сам лед исключен. Непосредственно в крещенскую ночь и днем 19 января на местах будут дежурить сотрудники полиции, МЧС, медицинский персонал, представители органов местного самоуправления. Кроме того, к охране общественного порядка привлекут сотрудников Росгвардии, добровольцев, а также частные охранные предприятия.